В районной администрации прошла последняя в этом году сессия совета. Что обсуждали депутаты под занавес года, смотрите в следующем материале выпуска. На 29-й сессии Совета Славянского района было рассмотрено выполнение индикативного плана социально-экономического развития района за 2016 год. Был перевыполнен план в промышленности, а сельское хозяйство показало прекрасный рост. Перевыполнение почти на 29%. Не подвела и розничная торговля, темп роста 125%. А если есть успехи в экономике, значит и для социальной сферы есть средства. Народные избранники утвердили индикативный план социально-экономического развития района на 2018 год. Основные отрасли экономики демонстрируют стабильный темп роста показателей, и он должен сохраниться. На сессии был рассмотрен еще один важный вопрос о бюджете Славянского района на 2018 год. Уровень развития экономики муниципального образования Славянский район позволит обеспечить объем поступлений собственных доходов бюджета на 2018 год в объеме 876 миллионов 120 тысяч рублей. Объем собственных доходов бюджета на 2018 год прогнозируется на 79 миллионов 235 тысяч рублей или 9,9% выше ожидаемой оценки текущего года. Бюджет, как и раньше, сохранит выраженную социальную направленность. Расходы по социально-культурной сфере составят более 80% от всех расходов бюджета. Принятие бюджета позволит району уверенно вступить в Новый год и дальше жить, работать и развиваться. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».